Привет всем моим подписчикам и тем, кто смотрит меня. На моем лице огромная радость, а это значит, настало время подвести итоги. Итоги конкурса на наилучший комментарий, который я озвучивала в предыдущем видео с названием «Более 6000 подписчиков. Ура! Подарок моим подписчикам. Конкурс на наилучший комментарий». Условия я озвучила и в этом видео. Также я озвучивала, писала в описании под этим видео. Условия очень простые. Естественно, нужно было быть подписанным на мой канал, поставить лайк этому видео, поделиться в соцсетях, написать хороший комментарий, где нужно упомянуть, какое видео тебе понравилось. После оглашения этого конкурса начался такой ажиотаж просто. Комментарии посыпались. И я сидела, голову ломала. Какой же лучше выбрать? И тот нравится, и тот, и этот, понимаете? Также ж просто посыпались комментарии, как сами понимаете. Выбрать было очень сложно. Но прошло уже более 3 недель, и как бы нужно сделать итог всего этого. Объявить победителя конкурса. Ну что ж, 134 просмотра этого видео было с объявлением конкурса. И аж 17 комментариев. Видео я говорила, что хотя бы 10 комментариев от моих подписчиков, и тогда я проведу этот конкурс. Но, чтобы вы понимали, 17 комментариев, из них 10 реально моих. Это с ответами на ваши же комментарии. 7 комментариев это подписчиков. Лена Романова написала 2 комментария. То есть в идеале там 6 подписчиков только написали комментарии. И из них выполнила только 2 подписчиков условия этого конкурса. Та-дам! Все грустноватенько и печальненько для меня. Но победитель все-таки будет в этом конкурсе. Просто задаешься вопросом. На данный момент у меня 6500 подписчиков. Средний просмотр моих видео, особенно новых, это 100 просмотров. И задаешься вопросом, а кто эти люди, которые подписаны на мой канал? Почему они не смотрят мои видео? Алло, вы где там? Ку-ку. Вы на что там подписаны? Алло. Зачем подписываться, если ты не смотришь, правильно? Ну окей. Не всем заходит, не всем нравится. Лучше посмотреть какую-то дуристику очередную, чем приблизиться к прекрасному, к творчеству, понимаете? Ну это такое. Возможно, что-то я делаю не так. Возможно, что-то мне плохо с продвижением моих видео, с саморекламой. Не знаю, ну, дело не в этом, а просто то, что сейчас мало меня смотрит, как бы, людей, количество подписчиков маломаски каким-то там со скоростью улитки растет, это дает мне, что же это мне дает? Это дает мне свободу действий в плане, что я могу экспериментировать, больше расслабиться как-то и выкладывать то, что мне нравится. Экспериментальные видео, шуточные, возможно, всяческие видео. Не знаю, то, что больше может мне по душе, может и не так сильно стараться, как я стараюсь, а может я и мало стараюсь. То есть больше свободы действия и экспериментировать, и выкладывать, и не заморачиваться, кто там тебя посмотрел, кто там поставил дизлайк, а дизлайки ставят, как обычно, это какие-то те люди, тюлени, которые вообще и карандаша в руки, наверное, не держали, а сами аж руки чешутся, чтобы кому-то дизлайк поставить. Вернемся к комментариям. Отвлеклась немного. Есть очень хорошие комментарии, которые мне понравились, но они не входят в условия этого конкурса, будем честны, да.
Очень понравился комментарий Ната Буба. Ксюша, ты такой фонтан таланта, юмора, задора и, конечно же, энергии, когда это позволяет здоровье. Но здоровье сейчас не позволяет, позитив немного приубавился, отубавился. Оставайся такой и выздоравливай. Спасибо огромное за пожелание. Юля написала: поздравляю вас, вы молодец, очень понравились ваши картины. Спасибо, Юля, но ваш комментарий не войдет, не подходит для условия конкурса, но спасибо все равно вам. Так, Марина Сараковская написала немного вообще не по теме, тут спрашивала она про здоровье и про свое немного здоровье. Как сейчас ваше здоровье? Плохое здоровье, плохое самочувствие, поэтому и настроение очень хорошее. Особенно, когда ожидаешь одно, по факту другое, когда что-то не получается, то естественно, и такое настроение. Лена Романова написала: очень нравятся ваши видео, про как вы рисуете, очень завораживает и успокаивает. Спасибо вам, я участвую. Второй твой комментарий: здравствуйте, поздравляю вас с 6000, желаю вам побольше подписчиков, я новенькая, буду смотреть ваши видео, спасибо, буду пробовать победить, удачи вам. Спасибо, Леночка, но ты не участвуешь. Не упомянула, к сожалению, какое видео тебе понравилось или какие понравились. Но я видела комментарии твои под другими видео и вижу, что ты активный подписчик у меня, хоть и новенький. Я это учту. Ольга большой красивый комментарий написала. Оксана, здравствуйте! В первую очередь хочу поздравить вас с 6000 подписчиков. Это весомая цифра, да. Но думаю, что 7000 гораздо лучше. Считаю, что в ближайшее время у вас будет и 7, и 8000 подписчиков. Спасибо, дорогая. Желаю вам удачи, успеха, вдохновения, достижения всех намеченных целей. Моя-то рыба золотая. Я тоже очень этого хочу. Вы попросили написать, какое видео понравилось больше всего, но у вас их так много, что я и половины еще не посмотрела. Но могу сказать одно. Видео, где вы рисуете, это что-то. Это настолько красиво, что слов нет. Тюльпаны, зимний вечер в лесу, 4 техники рисования елок, картина за 15 минут. Так подробно подобраны цвета, все гармонично, что глаз не оторвать. И теперь я просто мечтаю о картине от вас. А любой, поскольку они все великолепны. Поэтому я очень хочу поучаствовать в вашем конкурсе и сделать все возможное и невозможное, чтобы выиграть. Моя ты зайка. Поверьте, мне такая красота займет лучшее место в моем доме, я обещаю. Ну, это очень мило. Спасибо огромное за такой комментарий вообще. Еще один комментарий Светлана Носова написала. Оксана, у тебя 6000 подписчиков на канале. Поздравляю тебя с этой победой. Ты победитель по жизни. Многим людям есть, Оксана, чему у тебя научиться. Ведь несмотря на свои проблемы со здоровьем, ты остаешься позитивной и умеешь радоваться жизни. Я просто обожаю таких людей. Ты творческая натура. Мне очень нравится твой канал, ведь там ты делишься своим талантом с другими. Больше всего мне нравится видео, в котором ты объявила о своей победе в конкурсе с картиной «Жираф». Мой жираф, всех люблю, целую и очень-очень обнимаю вас. Еще раз поздравляю, удачи тебе во всем, Оксана. Боже, это так мило. Ой. Ну, друзья, вот это два комментария, которые участвуют в конкурсе реально. Остальные там поздравляю просто. Там. Ну и все. Вот эти два комментария, которые подходят и выдержали все условия конкурса, и из них я буду выбирать победителя. Очень хорошие комментарии от Ольги, но больше всего мне запал в душу Светланы Носовой. Олечка, ты уж извини, дорогая, но Светлана Носова становится победителем. И спасибо вам, что вы поучаствовали, что вы написали. Спасибо за ваши пожелания. И когда читала я вот комментарии от Лены, от Ольги,
Да, и под другими видео ваши комментарии, девочки, я читала. Спасибо вам огромное. И я поняла, что, ну, я не могу просто это оставить без внимания. Поэтому я объявляю следующий конкурс на активного подписчика. Я думаю, что если дела пойдут нормально, да, там, на такие вот конкурсы, то я буду делать их чаще. Ой, ради бога уже, что там меня смотрят несколько человек из 6500 подписчиков, понимаете? Но ради бога, даже если это будет 2-3 активных подписчика, значит, из них я буду выбирать победителя. Итак, каждый месяц, наверное, не получится, но хотя бы каждые 2-3 месяца я буду делать такие, проводить конкурсы. Ну, смотря как пойдет, да? Вот проведем с вами еще один конкурс, экспериментальный конкурс на самого активного подписчика там за 2-3 месяца. Да? Попробуем, справимся с этим. Ну и будет 2 подписчика активных, ну, значит, буду из них выбирать. Не будет никакого неактивного подписчика, там, отпишутся, там, я не знаю, вообще никто не будет ничего писать, никаких комментариев. Ну, тоже, как бы, результат. Останутся картины мне. Буду ходить, обвешу с ними и буду ходить и радоваться. Может, когда-то я стану популярным художником. А представьте, у вас висят уже мои картины популярного художника. Вот. Ну, мало ли. Ну, вдруг. Ну, а почему бы и нет? Вот. Так что я еще раз поздравляю Светлану Носову с победой в этом конкурсе. И объявляю следующий конкурс на самого активного подписчика на моем канале. Что значит самый активный подписчик? Естественно, надо быть подписанным на мой канал. Естественно, писать комментарии под моим видео. Естественно, ставить палец вверх и делиться с друзьями в соцсетях моими видео. Вот и все. Самый активный подписчик получает от меня картину в подарок. Как вам такое? Можете уже начинать прямо сейчас. А всем хочу пожелать творческих успехов, кто в этом нуждается. Развитие своих талантов. Учиться никогда не поздно. И хочу забежать наперед. Мой канал называется Оксана Кученева. Там пользовательский канал. Вот эта шапочка ужасная. Вот я в скором времени ее переделаю. Будет называться английскими Кученова, как у меня в загранпаспорте, арт. То есть жизнь творческого человека. И что-то там, какие-то добавлю другие узоры, рисуночки. Так как на моем канале появились и влоги, делюсь с вами своей личной жизнью, ну и всякое такое. Но это, скорее всего, после того, я этим займусь уже после того, как выйду с больницы. С больницы. Я скоро ложусь в больницу на очередную операцию. Этот год, конечно, это все как-то бесконечно выглядит вообще. Перед больницей еще надо там всякие манипуляции сделать со здоровьем. Вот. Тем, кому я обещала записать отдельное видео про свое самочувствие, про все осложнения, что там пришлось мне пережить, я обязательно это сделаю. Возможно, в самой больнице как раз будет та атмосфера и будет то настроение для написания этого, для записи этого видео. Вот. Спасибо, что смотрите меня. Спасибо всем, кто смотрит. Всем желаю крепкого здоровья. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч. Всех люблю, целую и начинайте активничать уже. Пока-пока.
И сейчас я вам покажу, какую картину выбрал победитель. Какая картина отправляется победителю. Смотрите.